Уважаемые товарищи, члены Совета Безопасности, я пригласил вас для того, чтобы традиционно обсудить ситуацию, которая складывается на сегодняшний день в Беларуси, не только внутри нашей страны, но и за ее пределами, особенно на наших границах. Вы помните, в Центре стратегического управления, мы уже касались этого вопроса, я об этом говорил. Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки, мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что вчерашний вечер, особенно ночь, вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Да было раньше нам это учитывать и иметь в виду. Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но, тем не менее, делают эти заявления. Притом, эти заявления свидетельствуют о том, что когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы и привели их в полную боевую готовность. Министр обороны доложил, что все это исполнено, и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств. Еще раз подчеркну, очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая часть нашего населения определенная, она не то что не понимает, она делает это специально. Поэтому вот эта внешняя компонента, как военные говорят, вынуждает нас, учитывая это, действовать соответствующим образом. Прошу это иметь в виду. То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении.